Здравствуйте, дамы и господа. Очередное видео. Сегодня я вам расскажу об еще одной своей работе. Это янтарная мозаика, которая сделана из натурального янтаря. Вот, и причем сделана из янтаря очень элитного, очень из дорогого. Это пейзажный белый. Те, кто занимается янтарем, они знают, о чем я говорю. Вот. Довольно-таки внушительный размер. Длина 1,20 м, высота 80 этого изделия. Вот. Довольно долго оно делалось, вот, так как найти в таком количестве хорошего и нужного янтаря это дело не быстрое. В этой работе есть небольшая изюминка, которая появилась совсем неожиданно для нас всех, для меня. Вот. О ней я расскажу. Вот. Эта картина отображает истинную красоту янтаря. Вот. Поэтому давайте посмотрим на эту работу поближе. Так она смотрится издалека. Вот сейчас мы подойдем поближе. Это точная подгонка, стыковочная мозаика. Вот. Очень кропотливый труд. Вот. Очень долго это делалось. Вот. Но удалось завершить эту работу. Она получилась довольно-таки внушительных размеров. Вот. Конечно, красота янтаря это нечто. Очень красивый теплый камень, вот, который еще обладает свойствами очень положительными. Вот. Вот так вот, такая красота у нас. Вот. Подобрали мы к ней красивую раму. Вот, соответствующе очень идет золотые цвета, оттенки. Золото к янтарю. Вот такая мозаика. Вот она у нас выкладывалась. И после того, как все было готово, вставлено в раму, вот, повешено на стену, вот, вдруг мы увидели, оказывается, в этой мозаике есть изображение. Вот. Я думаю, что вы его не заметили, а кто раньше видел мою мозаику, они знают. Вот сейчас мы будем приближаться почти в центр и увидим изображение маски. Маска. Вот я сейчас начну приближаться к этому месту, где у нас есть изображение, оказывается. Кусочки янтаря, они хоть и хаотично склеивались, но они... Далее изображение. Вот сейчас в центре вашего экрана и находится эта маска. Сейчас я вам покажу, что это за маска. Значит, смотрим. Значит, вот он нос. Вот он нос. Вот он глаз черный, такой темный глаз. Один, второй, нос. Рот, подбородок. И здесь идут еще полукруглые такие очертания лба, что ли. Вот такие полукруглые у нас здесь еще есть такие завихрения. Вот мы сейчас поближе
объедем. Вот, вот сейчас тоже видно, что здесь у нас вот сразу ориентируемся на нос. Вот он, нос остренький такой, около носа. Два глаза. Это рот и подбородок. Изначальное название этой работы было просто «Янтарное панно». Вот. Ну, изображение. Некоторые люди на выставке подходили и сразу говорили, что у вас здесь кто-то есть. Вот. Вот. Ну, большинству приходится показывать. И как только показываешь это, все, да, действительно, это есть. Вот. Вот такие свойства янтаря у нас. Это удивительно информативный камень, материал. Вот. Вот такая у нас маска. Она чуть-чуть не в центре. Если бы я ее специально выкладывал, конечно, я бы ее более отцентровал. Вот, и сделал бы ее в центре. Но дело в том, что даже не мог себе представить, что такое может само собой получиться. Вот мы удаляемся от этого места. Еще раз вот видим острый нос, глаз, глаз, рот и подбородок. Вот она у нас маска такая. Вот. Сейчас будем удаляться. Вот. Вот издалека ее уже мало заметно. Поэтому она как бы маскируется. Вот такое у нас удивительное, уникальное янтарное панно. Довольно-таки крупного размера. Еще раз мы сейчас поближе подъедем и посмотрим на нашу маску. Эта работа и эта картина, мозаика, она так и называется, маска. Вот она, пожалуйста, вот она. Я думаю, уже показывать не надо, вы уже ее видите. Нос, глаза, рот и подбородок. Щеки там небольшие есть. Вот такая маска. Очень красивые вещи. Напомню, что янтарь – это удивительный минерал, который пролежал уже миллионы лет в недрах земли. Вот, не потерял своих свойств. Вот, покрылся лишь тонкой корочкой. И при снятии корочки у нас открываются вот такие прекрасные виды. Янтарь очень популярный в Китае и в других странах. Вот. Я думаю, что он и в России будет только набирать свою популярность, потому что основное место добычи янтаря – это Россия, Калининград, янтарный комбинат. Есть такое предприятие, оно добывает янтарь, вот, на котором и художники, и предприниматели могут покупать янтарь и делать изделия. Вот, вот такая у нас работа получилась. Собирался материал, вот, давно задумывалась, я очень хотел сделать большую поверхность натурального. Вот, очень, если попробовать, очень теплый материал, очень приятный на ощупь. Вот, и я вот такую свою мечту воплотил в жизнь. Вот, вот такая работа прекрасная, замечательная. Вот. На этом пока все. До следующих встреч!